Мы вышли на трек. На Хальтово, 35 километров. Нас 3 человека. Колониот последний. Нам предстоит этот подъемчик. А такой крутой вид с этой горкой. Там мы еле забрали. Деревня, а дальше вот, видишь, населенный пункт? А наверху монастырь. Французы его держат. Еще если была водичка, вообще было бы классно. Да нахаль того. Вот он, гранитовый каньон. Мы выходим оттуда. Кто сомневался, что в нашей Таворе есть вода, вот вам, даже водопадик. О чистоте, конечно, мы молчим. Прекрасный, красивый каньончик есть. Ну, сразу, о, ну! С разгона не получилось. Типа тюль джипов. Внизу нахаль того. Я видел в центре, прямо их, видать, там какой-то... Оттуда мы вскарабкались. И туда нам предстоит подняться. Такие подъемы, что ты типа чуть поднялся, потом чуть поравнение, поднялся поравнение. Иордания со стороны. Вот за этим озером начинается граница. Мы завершили маршрут. Живы, здоровы. Надеюсь, наши машины на месте. Да, как раз вовремя.